Ребятки, всем привет! Мы уже в деревне. Сегодня приехали пораньше. Я хочу сегодня начать борьбу с сорняком. Ребята, зарастает, да? С бурьяном, как я говорю. То переживали, что земля черная, а теперь попер. Вот этот, который калачики, да? Назвали так, калачики. Лекарственное какое-то растение. Они растут, они красивые. Вот, поэтому, не знаю, вот здесь повыдирала, наверное, зря. Мне потом только, вон, видите, я освободила эти чернобрывцы, бархатцы. Надо было, и вот здесь у меня посажены цветочки. Вот это майор или как. Вот, видите, вот они. Надо было вот так вот. Ой, телефон у меня звонит сейчас. Витя звонил, что завтра приедет на деревню там переборонить там что-то, что он сажал. Короче, надо было, мне они так нравятся, мне так неохота их удалять. Надо было вот это вот, ну вот здесь, вот я сделала, да, для бархатцев, расчистила. Потом надо было вот здесь между деревьями расчистить. А здесь такие две полосы, хотя бы одну, и вон, да, вторая. Вот как здесь вот, да, вот кусочек расчистить. Надо было вот так вот оставить, было бы красиво. А я взяла уже здесь вот, удалила. И мне теперь так жалко, я жалею. Ну, он, смотрите, какой зелененький, красивый, короче. И теперь такое, не пойми, что тут не хочу удалять, тут уже удалено. Да. Так, и что, хотела я еще посмотреть сегодня на эту смородину загадочную. Тут у меня еще цветы. Таинственную загадочную смородину, которую я первый раз в жизни вижу. Потому что у нас была на даче другая. О, тут не особо-то урожай. Оно не прям гроздьями. Сейчас попробуем веточку. Где тут? Да, вот это вот ягодки. Она, видите, она какая-то... Сейчас. Она продолговатая. Вот такая, видите? Ой, жучок сидит такой интересный. Продолговатая какая-то странная. И ее мало. А она ж так красиво цвела. А ее так мало. А вот на этой веточке нормально, видите? Но она непонятная, что это. Продолговатая смородина. Интересно. Так, вот это так и не удаляла куст, надо было убрать это дерево. Вот, а здесь все же мы красиво дерево, которое цвело, думали, гадали, что это. Похоже на алычу, вроде бы. Хотя алыча нет, алыча она колючая, а это дерево не колючее. Тоже продолговатые такие плоды. Может, это какая-то слива, не знаю. Короче, вот так вот. Шо, я сегодня планирую, ребята, разгребать этот бурьян-бурьянец. Там позарастало, тут. Но я в первую очередь пойду малина. Я не закончила в прошлый раз с малиной. И там еще у меня есть, ребята, нарисовались, беру грабли, нарисовались черные тюльпаны. Черные. Вот. И соседка разговаривала, она предложила, говорит, возьми их, пересади. Там все равно оно зарастает, там их не видно за забором. Сейчас покажу, где. И она такую идею подала, выкопай их, а потом осенью, ну, посадить. Или сейчас можно, ну, лучше осенью, наверное. Вот, участок мой малинник. Видите, как она разрослась, малина? И тут полностью было заросшее по уровню малины. Это я уже расчистила. Вот. Сейчас дальше дойду. Блин, перчатки не взяла. Ладно, сейчас вернусь. Пообрезала я еще чуть-чуть эту самую. Вон, видите, сухие ветки валяются, которые были, скажите, черемуху эту. Ну, как этот? Ну, вы поняли. Короче, сирень. Во, сирень пообрезала немножко. Эти ветки надо повыносить. Вот. И дальше вручную сейчас расчищу. Ой, вот это вот все. Это такое вьющаяся фигня. А, она колючается, надо перчатками. Ой, вот это расчищу. Потом здесь вот выросли вишни. А, вот они, смотрите, черные тюльпаны. Вот, они уже цвели, поняли? Вот. Но их видно хотя бы, где выкопать. Вот, вот они, видите, повыкапать. Действительно, их здесь, они зарастают, их тут не за этим забором и не видно. Вот, ну, короче, тут ряд черных тюльпанов, и вон там. Вот это все выкопаю. И когда это все расчищу, вон, видите, лопухи какие. Это ж лопух, да? Вот, и здесь выросла, вот она, это вишня. Ну, это такая дикая вишня, которая такая зараз... О, крапива! О, тут целый этот самый крапива, смотрите. Вот огромная крапива. Ё, а как я ее буду убирать? Вот, смотрите. А как я буду убирать? А вот она, крапива, видите, вот. Вымахала. О, а, и вон, о. А как же я буду? И малина тут, видите?
Там дальше вот она крапива. Это мне сейчас будет хана, вот она. А у меня знаете, что есть, ребята? А у меня есть перчатки, которые мне прислал Костик со мной, видите? Он бежит, бежит за птичкой. Птички, птички, смотрите. Сейчас будет охотиться охотничек. Этот, а ведь не голодный, это у него просто инстинкт. Так, и вот даже, видите, трава сквозь малину. А, вот эта такая штука, она цепляется. У нее много этих. Пчелка прилетела на малину. Ой, много таких пупырышек, иголочек мелких. Вон пчелка, видите, села. А вон они. Вот, и она цепляется, вьется. Пчелка, не надо. А вот смотрите, сколько малины будет. Видите? Вот. Ой, ой, пчелка, это все малина. Сейчас пчелки, наверное, опыляют или что они там делают. Короче, это все надо расчищать. Вон малина. Там малина. Это все надо расчищать. И я пойду возьму вот эти перчатки, чтобы не дай бог, потому что это крапива такая штука. И знаете, где я еще крапиву нашла? Смотрите. Смотрите, ребята. О, а где она делась? Вот. Вот это крапива. Вот она. Вот куст крапивы. Видите? У меня разрядились, как всегда. Нашла перчатки, видите, вот такие вот. Ну и, короче, тут повырастало. Прям из земли, видите? Всяко разно. А вот малина вылезла. И вот малина. А это ж надо будет потом машиной заезжать летом. И эту придется удалить, малину. Потому что ворота открываются куда у нас? Сюда, вовнутрь, по-моему. И ей хана будет. Ну, вроде как вовнутрь. Хотя, не знаю точно. Я не могу, не определятор. Вот, вот этим и займемся. А что, сегодня один участок, второй, завтра там другой клаптик обработать. Вот, и так постепенно, ребята. А оно всегда, работа есть. Пока тут порвал, уже там выросло. Понимаете? Вот так вот. Так, одеваем перчаточки. Оп. Я думаю, она меня через перчатки не ужалит. Не обожжет меня. Берем. Главное, руки, вот эти вот части беречь. Не дотрагиваться. Вот она. Ой, блин, она, как ее с корнем вырвать-то? Блин. Опа. Опа. Сергей пока занимается там дальше своими делами, мужскими. А, колючки. Юлька женскими делами. Так и живем, ребята. Сейчас я возьму тазик. Тазик. А может мне вас где-то засыпилась я все-таки. Может мне вас определить сюда? На деревцо? Не бойтесь. Не бойтесь. Что мне нога печет? Я что, дотронулась уже? Так. Ну что, я вас зацепила. Поворачиваемся сюда, смотрим. Вот так. Оп. Немало баба клопиту купила дом в деревне. Я шучу, ребята, мне нравится. Мне пока все нравится. Папка, как узнает, что я вот так копала, будет ругаться. У меня так ругают, ребята.
что я это самовольничаю. Но я не могу по-другому. У меня горит в одном месте. Ну вот такой я. Как есть. Ого! Не могу докопаться. А может это я этот? Опа. Может я сгоняю вес? Это у меня может быть фитнес такой. Правильно? Правильно. Так. Нет, еще тут лишняя. Будем выкапывать. Пока она большая не выросла, надо ее удалить. Ну, это лишнее, как правило, дает... У нас задача такая была. Она дает такие маленькие, маленькие ягоды. Но суть не в этом. Ягоды-то понятно. О! 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 Офигеть! Видите? Видите, какая зараза? Ягоды, понятно, мелкие, но она вот так, собака, разрастается, видите? И у нас на даче мы так... Был участок, где посажена даже дикая дичка, или как это, дикая вишня. Жарко в перчатках. То это превратилось в такой лес, что его уже не удалишь. Сегодня, походу, его не осилю. Этот участок. Все, что я собирала, повыкапывала. Сейчас Сергей освободится, тогда вынесет эту траву. Я в следующий день закончу. Пойду что-то другое поделаю. Кстати, написали мне за эти стрелки лука, которые, что надо их обрывать, обламывать прямо с самого основания. Вот, чтобы луковица внутри не была пустая. И еще сказали, что этот лук нужно в первую очередь съесть, ну, на, в пищу употреблять. То есть он не хранится в стрелке. А почему идут стрелки? Потому что якобы он неправильно хранился, этот лук. Ну, будем кушать. Пить хочу, ребята, воду. Что-то мы не взяли с собой воды. Наделали чаю, пьем чай. А напиться не могу. Вот я сейчас одеваю перчаточки и чешу плантацию лука своего. Убирать эти штукенцы, обламывать. Вообще-то. Так, видите, надо ж эту не забыть, что он штукенц. Да. Чтобы не забыть. Он там что посадил дыни и хочет взбороздить борозду этой штукой.
О, мои тапки, а можно уже переобуться. Вы ж помните, да? Вы ж маме нишней говорите, что я ж обувала ж. Ее кафти, кафти. Да, сегодня жарень, конечно. Так целый день и провозились. То одно, то второе, то третье. Борьба с бурьянчиком. И день проходит, ребята. А, да, еще вот эти вот штуки возьмем. Да, жучара? И надо его, наверное, еще раз отпустить. Я сейчас закрою эту калиточку. Пока мы здесь. Потому что если мы, короче... А мы в огороде были. А если мы в огороде, то когда он отпущенный, он перепрыгивает, ребята, вот так вот на диван. Да, мы прям видели. На диван. И вот так вот, только так, прыг. И, скачок и да, как конячка, да? Вот, а пока здесь, то можно отпускать. Он вроде не... И то, да, когда вчера, по-моему, он умудрился, вы его нашли там у огорода. Да, да. Да. Давай. Давай. Опа, все, вперед. Вперед. Ты что, любишь меня, любишь? Ай, мамка любимая. Иди. Туалет давай еще, пока я добрая. Давай. Ой, заяц. Ой, ой. Ой, заяц. Сейчас он побежит. Он обсыкает этот колеса, которые там дрова рубить. При что-то то место, чего оно ему так понравилось. Вон, вон, видите? Смотрите. Все. Побежал. Обсыкать. Смотрите. Сейчас, чтобы... Оп. Ножку поднял, и все. И Костян Полина рядом. Блин, на топор нас. А это тот старый топор, да? Да, он нормальный. Да. Ай-яй-яй. И почему именно это место? Надо его убрать. Костянус. Не? Не попал. А, чуть-чуть сюда. Ну, это такое. Природа требует. А ты что? Когда уже обрастешь полностью, чтобы был красивый такой кот, да. Так, к концу лета, ребята, он станет огромный, красивый, настоящий котяра такой. Настоящий просто. Всем кошкам на загляденье. Ой, ой. Надо траву уже косить. Папка, а вот теперь посмотри, этих проплешин и не видать. Да? И не видать. Посмотри как. Вот ее надо, классно, вот ее надо скосить, надо верхушку. Да, да, будем сажать. Надо этот самый, надо посадить, скосить верхушку, она еще будет больше расти красивее. А смотри, лопухи какие-то там повырастали, да? Угу. Но они тоже красивые, мне их жалко. О, погляди, вот они будут цветочки, вот, угу. Пупенки. Слушайте, что-то мне все-таки кажется, что это плетистая роза будет красивая. Ну, и хорошо тогда, что я ее не убрала. А яблоки будут на этом молодом дереве? Оно так цвело красиво. А плодов не вижу. Ну, бывает, что когда молодой... А, вот они. Вот, ребята, прям гроздья, видите, висят. Вот яблочек. Красота. Яблоня это. Такие эти мягкие листья и с этой стороны, и с этой. Классно. Будем кушать яблочки. В этом году будем по полной заполняться витаминами. Фу, хоть немножко, да, легче стало, солнце заходит. Потому что сегодня так парило. Вот сегодня первый день, что настоящее прям лето было. Вот. Мы аж мокрые все были. Где жучара? Не убежал он, забияка. Вот точно, точно ему имя правильно дали. Жук, он как жук, он везде. Да, он везде чутит, везде пролезет. И вот где он? Понимаешь, жучара, уже слился. Не дай бог, он пойдет. На огороде? Да, да, там. Жук на огороде? Да ё-моё! Ну когда он успел? Сейчас баба Женя будет кричать. Иди сюда! Ах ты! Такая собака! Быстро домой! Вот как тебе по-хорошему? Ну, и когда успел, понимаешь? Мы говорили с тобой, а он успел перепрыгнуть. Ну,
Жучар, давай цеплять его. Пописал и хватит. Все. Нема когда следить за тобой. Иди к папе. Иди сюда. К папе иди. Жук. Вот, молодец. Молодец. Хороший мальчик. Все. Сабанах. Ну, сабанах. Посмотри вот этими вредными глазами, а? На зрителей. Что? Вреднючий. Собачучий. Хороший такой. Так, зубастый. Зубы белые-белые. Белые-белые. Так, все. Все. Сабанах.